У меня как-то спросили, это правда, что в Турции есть такие автоматы, в которые можно бросить пластиковую бутылку и на переработку, и оттуда высыпается корм для собак и котов. Вот я вам показываю, это правда, это реальность. Вот такой автомат. Вот там прям видно, что там уже бутылок засунуто столько, что он уже перестал их принимать. И вот собака, реальная живая собака, которая только что попила водичку. Видите, сколько там корма? Много там корма. Так что такие автоматы, буфе, есть в Турции, в частности в Стамбуле. Вот еще будочка для собаки и еще какая-то штуковина. Да, в Турции животных берегут как членов города.